Сын. С самого начала времен ангелы вели нескончаемую войну против армии тьмы и их скверны. Ведомые ангельским светом, в своем единстве они были неодолимым праведным воинством света. Ауриэль, архангел надежды. Малтаэль, архангел мудрости. Итераэль, архангел судьбы. Тираэль, архангел справедливости. Они идут. И империи, архангел доблести. Назад! В атаку! Постой, Империй. Необходимо перегруппировать войска. Что? Победа в наших руках, брат! Только вперед! Дьявола! Империи, ты готов сразиться со мной один на один? Ярость делает тебя сильным. Но ты скрываешь ее от своих братьев. Почему? Может, ты боишься, что они поймут, кто ты на самом деле? Я ничего не боюсь! Это и была твоя ловушка, Диабло! Ты жалок! И все же она сработала. Наконец-то мы пленили одно из великих воплощений зла. Пока мы удерживаем его, преимущество в войне будет за нами. Давай же, Империй, отомсти мне. Докажи, что ты победил. Брат, мы должны быть справедливыми. Ты не можешь принимать такое решение сам. Если ты убьешь Диабло, он рано или поздно вернется. Но если мы пленим его... Против демонов действует только одно правило! Кровь за кровь! Святотатство. Вот значит ваше хваленое единство.
Наконец-то ловушка захлопнулась. Эй, ангелы, демоны. Боюсь, что их конфликт скоро захлестнет мир людей. Есть ли у человека хоть малейшая надежда, если в гневе даже ангелы не желают слушать голос разума? Диабло 3. Озвучено студией «Кансай» по заказу Роупа, специально для киносип.тв. Киносип.тв. Фильмы онлайн.